Вот такое вот доброе утро. Угу. Мужчины готовят завтрак. Смазывайте там у нас. Макс смазывает. Почаще бы такое доброе утро. У нас сегодня блинчики. Сейчас будем делать чай вкусный. Угу. Кушать вкусные блины. Да, Макс? Да. Ты помогаешь папе? Нам вчера мяту дали сдать, так что можно с мятой. Помогает? Помогает, давай, ходи. А? Да, нормально у нас тут все отработано. Нормально, да, помогает? Конечно. Поесть успевает, да? Давай, смазывай. Вика наживет, вернулась. А маму не будем снимать. Да, мама помыла голову, сделала маску. В общем... Красотка. Да. Будет. Будет. А пока выглядит немного странно. Ладно, давайте доделывать, я чай поставлю. Доброе утро. Е-е-е! Сегодня большие, большие планы на субботу, большие планы. Много работать сегодня планы. Много работать, по магазинам успеть. В общем, вот планы, планы. Видишь, Вика скушала один блин? Нет. Нет. И Максим съел? Татьяна тут делает чай с мятой, с матумом и зеленый чай сенча. Я не знаю, что такое зеленый чай сенча, но он так называется. Вот это у нас никуда не влез вчера. Прям переживаем за него. Что с ним будет? А, такая красота. Такая красота. Папа жарил, мама украшает. О, Вика, у тебя тут свои блюда. У Вики свои блюда. Пластилином купили, они уже какой день в него играют. Да, да. Даже странно. Все. Такие она овощные салаты делает, прям шикарные. Что там, скажи? Помидор, морковка, кукуруза, цветная капуста, лук и брокколи. А мне кажется, еще стручковая фасоль. Или что это? Как ты? Это лук. А, это лук. Могу. Можно и так, и так считать. Держите, Максим. А что так Максу красиво? Зачем ему так красиво? Тань, ответь на вопрос. Потому что я вас люблю и сделаю вам красиво. Сейчас Вики. Я сама и хотела сделать. Сама уже? Ну ты папе сделаешь. Давай, тебе мама, ты папе. Вот тут. Ты что, не кушаешь, да, так красиво? Скажи, есть страшно. Ага. Но мама Максиму сделала. Мой любимый вопрос. Напомните, зачем мы сюда пришли? Просто иди, не задавай вопросов, да? О, классная кофточка. И наконец-то чем дым открылся. Да мы не про эту кофту, я вот про ту, Вика. Не-не, я не про эту розовую. Вика, вон классная кофта. Маленький, да? Вот это отлично. Вик, смотри, вон. Вот эту возьмем, померим. Вот это стильная. Я понял. Вот, Вика, джинсы вы еще взяли. Мам, ну да. Не видела, Вик. Ой. Можно. Может, снимешь капюшон, Макс, а? Такие джинсики, мне кажется, классные. Угу. Вообще обалденные. Да. Ну, тебе может уже так казаться? Сейчас. Времена-то нынче другие. Может, они не тоже кажутся большие, но фиг знает. Фиг знает, да? Фиг знает. Надо мерить. Все, хватит. Сколько нет образцов, а то опять скажут, что мерить нельзя. По одному. Примерочная большая. О, ты как у меня джинсовку взяла. Что ты там хочешь? Ну вот, займись застеганием моего кармана. Давай, Вика, тебя, наверное, сначала садись. Ну все, супер, мне кажется. Ра-т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 а
бабушка крыла. Давай-ка я сейчас еще куртку померю.
Смотри. А Макс в соседней кабинке. Макс, он не с нами, видимо. Он такой парень. Ну-ка. XXX взяла, это большая. Не знаю, там должно быть. Ты не хотел, да, что здесь я такой же сидел? Ну как-то я после себя вижу тебя в какой-то мужской, это, не знаю, не привычно. Мужской курткой, да? Угу. Я могу быть 100% не прав. Угу. Я просто делаю свои ощущения. Да? Да. Стой. Какие зеленые? Кто там выглядывает? Я. Так, покажи, что там. Да ладно. Максим! Максим, иди сюда. Иди сюда, Максим. Ой, иди сюда, Витя. Угу. Чересчур рокерские, да? Вот наш парень. Да, находился по магазинам. Такой удлиненный, походящий, ничего, да? Ну да. Вот так удлиненно, хорошая тема. Вот такой импортный. У нее же что-то есть такое, по-моему, нет? У нее есть короткая. Точно такая же, да? Ну. Ну да. Не прикольно, не получается вообще понять. Ну ладно, давай, это надо посмотреть. Ну. У тебя те розовые посетки. Вид взял. Мама взял. Ну, кошка. Какие наши? Нормальные, ну. Пап, одевай его кошкой. Да, хорошо. С юбкой тоже будет хорошо. Ну да, это. Красивый. Так, что у нас там на обед? Сметану увидел. Так это сметана, мама, вон, для салата. Сейчас салат. У нас салат просто супер микс. Супер дачный микс. Огурцы, помидоры, перец, зеленый лук, листья салата, базилик. Редиска. Редиска. Есть еще укроп. Этот еще там, знаю. Этот был. Как его? Петрушку добавила. Или еще петрушки нет еще. Yes. Остановись, да? Да-да-да, ты укроп можешь, а вот петрушку можешь, в принципе, не ложить. Ладно, уже полная. Давай, ну. Петрушку надо. Ну все, налетай, народ. На суперсалат. О, Вик, мама тебе сейчас положит. Со сметанкой. Гриб? Давай, заберу гриб. Все, нет гриба. Заходим, дети. Выходит осенняя семья. Угу. Желтая, как осенний листочек. Да? И я желтый. Как осенний. Все уже шапки надели. У тебя тормозы. Взяли яблоки и поехали гулять. Бука. Осенние яблочки. Удачи. И пить взяли, и да. И пить взяли. И маме дали. Все. Я маски не беру. И ячки не поеду. Мами. Уже, кстати, вечер. Да. Мы уже дома побыли, пообедали, все дела ходили. Макс поспал, и выдвигаемся. И выдвигаемся. Давай я поеду. Сама на такую горку заехала. Вон какая гора. Ну, ему нереально. Мы приехали на БКЗ. Вон святитель Николай гудел. Теплоход, на котором Ленина везли в ссылку в Шушинское. Поезд. Не слышал, чтобы он раньше гудел. Поезд. Это теплоход гудит. По всей видимости, святитель Николай. И там. Поезд. Теплоход. Поезд. Ну, наконец-то, да, сам. Не, это так хорошо у тебя все получалось. Чухала жига.
Привет, Татьяна. На улице осень. Вообще холодрыга, просто холодно. Все дома. Едет за Викой, я вижу. Ой, сюда не надо, тут дырки. Нет, давай, знаешь где? Ой, не вот тут. Ну туда давай. Тут делай, еду. Еду. Ты не едет? Пап. Колесо провалится, ну и что? Будем делать? Ну все, видишь, колесо застряло. Стой, мама тебя сфотает. Стой. Папа на позиру снимает. Ага. У тебя кто тут убегает отсюда? Тихо. Бип-бип. Давай тебя сфотаем. Выключаем музыку. Тут не потанцуешь на ютубе. Вы такие танцы пропускаете. Вообще. Вообще. Мы бы так танцевали. Мы бы так танцевали. Включали бы музыку и бесились бы. Вам, конечно, наверное, не надо. Но вы бы это делали. Мы бы себя веселили. Ой, мы замерзли, короче. Да, 15 градусов реально как-то. Холодно. Да. Так резко стало осень. Дяб. Так вот, 27 было, когда 1 сентября. Да. Сегодня какое сентября? Так и 2 была жара. 2, ну какого-то там была жара. Жара была, а сегодня 5. Жара, жара. 5. Жареное солнце. В общем, сейчас что у нас еще по планам? Мукбанг. Мукбанг еще сегодня. Суши потом заказаны. Самовывоз. Заберем. Надо не забыть, мимо не проехать. Вкусненько покушаем. О, я реально, мы вот раз в неделю суши едим, и они вообще не надоели. Я уже сегодня думаю, суши сейчас поеду. Даже яблоко не стал нашими есть. Как тепло, приехать. Ну, будем есть суши. Сейчас еще нам надо вещи. Я, кстати, уже в новых джинсах была. Ты уже в новых джинсах? А как так-то без примерчики-то? Ну вот, я уже, можно сказать. Потом покажу ботинки свои еще. Ну дома ты давай там джинсы, ботиночки. Вика примерит свой нарядик. Ну Вики вообще классный, конечно. Вики классный. Джинсы с кофтой прям я такой. Я бы вот такую же кофту себе хотела, как у Вики. Хотела бы, как у Вики, резиновые сапоги. Короче, надо искать где-то подростковый отдел, да? Да-да-да. Уже темнеет, кстати, да? Так это время 7. Ну, сейчас еще как-то это, еще солнышко выглядит. Сейчас через полчаса будет темнота. Ну, народу значительно меньше. Если раньше мы выходили гулять, да? Ну, вот на площади, то всегда люди были. То всегда толпяк, а сейчас прямо единицы. Да, ну, молодежь. Во-первых, прохладно. Ну, молодежь, понятно, гуляет. А детей вот таких вот не сильно много. Но мы молодцы. Но мы молодцы. Кто мы? Молодцы. Кто мы? Молодцы. Теперь с спокойной. Да. Мы душой погуляли, покатались. Едем, да. Это вы видели минуту. А мы нормально погуляли. Но... Макс там гоняет туда-сюда. Макс молодец, просто на велике гоняет. Вика гоняет. Он вообще даже вот там в женщину врезался. Да. Он не смотрит еще пока. Ну, он смотрит, но не тормозит. Типа, ну, уйди, человек, вот они с скоро дороги. Макс подрастет, и уже тогда можем и мы на прокат брать велики. Ну, а и сейчас все вместе сидишь, ехать. Следишь за ними. Я хотел, чтобы кто-то в куртках, кто-то в футболке, да? В футболке кто-то? Ну, вон, а. Жилетки, ну, футбол. Жилетки, футболки, да. Все равно прохладно. Да, конечно, прохладно. Я в футболке и в жилетке, и между ними кофта. С капюшоном. И меня это устраивает. Очередь такая стоит. Я хочу вот это кафе. Это был в этой гостинице. Да, что делал? Да, Ромка вещей тут приезжал. А что поужинаем, дети? Что есть? Заходил за вещами. А чем поужинают дети? Чем поужинают дети? Яблоки я на снегу. Чем вам яблоки? А что я куда поехал там? Я на мир собирался ехать, уехал до Ленина. Да вообще. Ты не в курсе? Нет? Давай, может, мы как-нибудь повернем. Сейчас повернем. Ну, все. Его мороженого. А. Вот. Ой, что происходит? Я почему-то все время хочу как-то туда уехать. В общем, ладно, давайте отключаем камеру. Да, а то я не туда, куда ты едешь. Не туда, куда надо. В Париж. Дворцовые мелочи. Там прямо такое все красивое. Мы вот по центру в магазины особо-то и не ходим, да? Хотя в центре много столько магазинов. Ну,
Потому что в торговом центре ты пришел, и ты одел за отделом, и у тебя и так 3 часа ушло. Вообще. А если идти еще, знаешь, так жалко времени, вот в магазинах я и так стараюсь быстро выбирать. Хочется вроде вот попримиряться там. Я вот первые попавшие джинсы сегодня схватила, примерила. Ну, они прикольные. Не, ну они ну, прикольные, же... но я же могла померить несколько вариантов. Во-первых, ну, у нас такой кипиш вот с детьми в магазине. А... Это вот... Я даже полотенце не смогла купить, потому что невозможно было уже. Угу. Потому что силы уже закончились. Угу. На полотенце их не хватило. А если вот так вот идти закупаться прямо, ну... Ну, нам надо еще вещи детские перетрясти, вопрос, решить, что даже нам как бы, со всеми Макси, вещами. Макси, он ходит, да, Макс, говорит, конечно. Я все время за ним. Таня мне что-то спрашивает, я говорю, я ничего не смотрю, Вика, я слежу за Максом. Все, с ней можно в мозг. Потому что он, одна секунда, он зашел за этот, и все, и ты его уже не видишь. Да, Макс, конечно, еще. Но. Это возраст такой, что ни в кафе особо не... Но мы везде ходим. Но мы везде ходим. Не, уже все равно попроще, чем раньше. Но еще надо потерпеть. Еще не то, что хотелось. Ну рассказывай, что в итоге вы купили, Татьяна? Я купила Вики джинсы. Говори громче, потому что там дети кричат громче тебя. Джинсы и кофта — это Вика. Джинсы, кофта — мои Вика. Джинсы на мне. Сейчас отличные джинсы. Сейчас я одену ботики свои новые. Угу. И будет все отлично. Вика, тебе тоже надо примериться. Так. Так, так. Ты мне ложку принес? Да? Да не, я снимаю. Понятно. Я оператор, а не ложкотаскатель. Угу. Ну что, отличные? Классные. Угу. С юбкой, с джинсами, мне кажется, будет огненно. Угу. Ну, в общем, все. Ну, покружись. Макс, тебе нравится? Покружись, Татьяна, покружись. Ну покружись, куда уж ходишь-то? Покружись. Покрутись. Опа! Моя красотка. Максимка так и стоит. Угу. Так, там Вика. Вика там еще одевается. Угу. Иди сюда, я тебе поправлю. Ой, ну крутая кофта, крутые джинсики. Правда, у тебя это, полоска, поправь еще штанину на джинсах. После шапки еще волосы, подожди. Сейчас она придет играться. Да, подожди, дай попримиряться с сестре. Дай, ну, сестре наряд там классный. Но, ну, потерпит, ничего страшного. Ну, классная кофта, она такая приятная. Вообще, мягкая. Вид у нее такой прям шикарный. Я бы себе тоже такую хочу. Рукава такие большие. Вот такой, я себе тоже. Нет, не надо доставать руки из рукавов. Ну, точнее, в рукава засовывать не надо. Ну, классно, классно. Я там даже свету дам. У нас свет сегодня еще стоит. Сейчас для мукбанга тут. Вот так вот я их снимать буду. Красотки? А, две красотки. В новых джинсиках. Ну, вообще красота. С тобой одинаковый цвет. Ты заметила? 1, 2, 3. Так, ну все. Ну все, давайте. В общем, попримеряемся.